Всем здравствуйте! Очень долго думала, записывать мне такое видео, не записывать, но очень хочется поделиться нашим комодиком, как у нас все устроено, потому что для меня это какое-то счастье. Нас только недавно выписали, но мы его уже оценили по полной, очень удобно, малышу комфортно, маме тем более. Сейчас расскажу, покажу, что у меня как. Вот комодик, 4 шуфлядочки. Наверх у нас идет вот такой пеленальный матрасик. Таким хорошим медвежоночком. На матрасик я выкладываю пеленочку. У меня пеленочка обыкновенная или кладу одноразовую. Не заправляю, не расстилаю. Мне не очень так нравится полностью заправлять. Так быстренько пленочка вымазалась, ты ее взял, поменял. Малыш как раз вот на эту территорию у меня помещается полностью сейчас. Что у нас тут еще есть? У нас есть ночничок, оказалось, очень незаменимая вещь. Вот такой ночничок у нас вот так переключается от стука, по ночам выручает очень-очень. Так что я довольна, что у нас тут. Тут у нас вот такие хорошие ящички, медвежатки. Хотела купить икеевские подвесные, но сейчас их никак не приобрести. Так что нашла вот таких вот хорошиков в магазине Минисо. Девочки, это просто класс. Правда, очень удобно. Здесь у меня памперсы на день, присыпочка, Бепантен, кремик. Это то, что мне надо всегда. Я всегда этим пользуюсь, но Бепантен пользуюсь только когда вот уже надо. А кремик, присыпка и памперс, ну, это самое незаменимое, что мне надо. Здесь у нас капельки Эспумизан и Биогая с ложечкой. Это тоже нам надо постоянно. И здесь я могу класть пакетик и выкидывать сюда уже использованные все штучки после процедур с малышом, там ватные диски, палочки, памперсы использованные закручиваю, выкидываю, потом быстренько взял и выкинул в мусорку. Вот так вот у нас устроено все сверху. Сейчас покажу шуфлядочками. Шуфлядки я не открываю за ручки, неудобно каждый раз наклоняться. Я захватываю сбоку, просто ровненько стою и открываю. Очень легко и очень комфортно, тогда ручки, спинки быстро. Так что очень тоже удобно. Здесь у меня запасы памперсов, которые опять же я на день достаю и кладу в ящичек. Также у нас тут пеленочки разные, приразные, хорошие. Здесь тоже пеленочки. Здесь обычно больше запас одноразовых. Одноразовые, кстати, я покупаю размер 60 на 90 и разрезаю пополам. Мне тоже так комфортней и экономней. Так что вот так вот они у меня хранятся. Дальше тоже. Здесь я занимаюсь малышом. И тоже в легкой доступности для ручки у меня вот влажные салфеточки. Открыла, достала, обработала. Здесь ватные диски и палочки. Кстати, коробочка тоже с Минисо. Здесь уже всякие разные штучки, расчесочки, сосочки. Какой-то запас. Тут у нас вот зеленочка стоит. Перекись водорода. Вот это наша первая шуфлядочка. Вторая шуфлядка. Также я ее открываю не за ручку, а сбоку вытягиваю. Мне очень так комфортно. Здесь уже вещички для малыша. Все разложено. Все красивенько. Тут штанишки, кофточки, слюнявчики. Вот носочки у меня хранятся в таком ящичке. Тоже очень удобно. Здесь костюмчиками сложено.
Все расформировано, так что очень удобно. Здесь у меня шапочки и штучки на ручке. А вот эту корзинку я использую для грязного белья тоже. Вымазалась, быстренько все сложила, сюда скинула. Потом коробочку взяла, пошла, постирала. Очень мне, опять же, удобно. В третьей шуфлядочке, уже она ниже, уже она сейчас не открывается пока что. У нас здесь лежат вещички на немножечко больше рост. Так что ими мы будем пользоваться потом. Тоже уже все подготовлено, разложено. Нижняя шуфлядка. Здесь у нас запасы салфеточки, всякие палочки, пледики. Вот у нас тут разложены. Игрушечки постиранные. Здесь у нас вещички для Улечки. Здесь игрушечки наши подаренные. Так что вот такая шуфлядочка получилась. Мы очень довольны с малышом. Нам тут нравится проводить время. Еще хотела показать тоже, когда я пеленаю, я могу сюда вот ставить разные игрушечки тоже. Я малыша пеленаю, он смотрит, тоже проводит время, не скучая. Очень все довольны, очень всем нравится. Так что, если вы в раздумьях покупать вам пеленальный столик или сэкономить на этом, мой вам совет, не экономьте, потому что проведенное время с удобством, с малышом, оно, конечно, незаменимо. Очень жалею, что с первым моим мальчиком у нас такого не было счастья. Пеленала я... У меня постоянно нагибалась, спинка болела. Сейчас я прекрасно понимаю, что это просто несравнимо. Так что, если вы в раздумьях, еще раз мой совет вам, не экономьте. Надеюсь, видео было полезным, не очень расшатанным. Все, всем пока!